Так, ребята, ребятки, ребятули, привет всем. Здравствуйте. Кто заглянул на стримчик, уже смотрю, уже таковые у нас имеются. Данька, приветствую. Рановато сегодня? Ну да, рановато сегодня, но у меня сегодня и репетиции не было КВНовской, поэтому я сегодня домой пораньше пришел и не то чтобы прям сильно устал, как обычно это бывает на работе. Ну и в принципе у меня в целом свободный там часик появился, поэтому думаю, почему бы не застримить, пока суть до дела. Ой, Настюха, приветствую. Рад видеть всех, в общем-то, кто заглянул, особенно вот Настя, что-то давно твой ник в чате не видел, хотя какие давно, я первый раз за две недели буквально только вчера застримил, так что ладно, не суть, в общем, я сам в этом виноват. Ну вот, как вы уже успели заметить, наверное, я запустил UFC 3, вчера мы играли в UFC 2, сегодня вот решил третью запустить, не знаю почему, просто так захотелось. Короче, в чем прикол? Заказал я этот, как я уже рассказывал, переходник с Алиэкспресса. Он уже, наверное, третий день где-то там находится в Хабаровске у нас на распределении, на почте. Короче, самый прикол в том, что сраный переходник, вот как работает Почта России, просто задумайтесь. Сраный переходник успел за там буквально, не знаю, там неделю или две пролететь через весь мир, там, не понять откуда, там, долететь до Хабаровска, через кучу таможен пройти, кучу там всяких распределений, очисток пройти и т.д. и т.п. И вот он уже в Хабаровске находится как третий день, и суть в том, что я думаю, что он там будет находиться еще неделю. Вот так вот замечательно они работают. То есть просто задумайтесь, за неделю там буквально чуть больше успела весь мир облететь эта посылка, и тут вдруг херак, и в Хабаровске она будет столько же, блин, находиться до того, как я ее заберу, сколько она по всему миру летала. Ну, такое, в общем, ладно. Че, я тут в ранкет зашел. Давайте попробуем ранкет покатать, что ли. FIFA, приветствую. Здравствуй. Пары, вся фигня. Слушай, а пары еще... Сейчас какое число-то? 23 мая. Ну, у вас там, по идее, уже сессия. Там всякое, вот такие вот дела должны начинаться. Наверное, там подготовка полным ходом прет. Хотя, я не знаю, если брать по моему примеру, то я... Не сказал бы, что я особо готовился к парам, но вообще с меня пример, конечно, брать нежелательно. Ой, к парам готовился. Ну, я и к парам не готовился. Ну, к экзаменам я имею в виду, конечно. Вот, ну да, пример, конечно, с меня брать лучше не надо, потому что мне это аукнулось в виде отчисления первый раз. Ну, правда, второй раз более удачно получилось. Богдан, привет! Ты эту трансляцию на канале... На Кале. Привет, Слава, ты эту трансляцию на Кале. Да, привет, Богдан. Я не знаю, если я правильно понял, что ты имел в виду. Ты, наверное, хотел спросить, оставлю я запись этой трансляции на канале. Да, она останется, я ее никуда девать не буду. Ну и думаю, что за авторские права тоже не должны меня кнокнуть, поскольку все-таки у нас сегодня треки играют, ну, такие, как бы, без авторских прав, в общем. Поэтому думаю, что с трансляцией, записью трансляции ничего не случится, и останется она здесь и будет жить на моем канале долго и счастливо, пока, собственно, канал не будет удален. Хотя я не знаю, будет он удален или нет, зачем. Собственно, Сань, приветствую. Привет, Сань. Следующая неделя сессия. Ну, вы как вообще к этим всем делам-то готовы? Настя, я так понимаю, вы с Саней учитесь в одном универе. Ну, наверное, это было бы логичным. Хотя, ну, не обязательно совершенно. И, скорее всего, может быть, даже и в одной группе, и на одном факультете. И, короче говоря, наверное, вместе легче и веселее готовиться ко всему этому дерьму. Я у тебя сабнулась 14 числа, второй месяц пошел. Опа, ты у меня 14 числа сабнулась, а 14 число у нас, это было давно, это, по-моему, было, когда я не стримил, что ли, да, получается, то есть ты в офлайне сабнулась, я, естественно, этого никак не смог отмониторить, потому что никаких оповещений у меня в офлайне не приходит, но спасибо тебе большое, получается, ты, да, второй месяц у меня уже саб, спасибо тебе, спасибо, Сань, за это огромнейшее, смайлика так и нет никакого, даже одного. Там, кстати, да, есть возможность у меня один смайлик на канал на Твиче сделать, вот, и пока что мы так и не придумали, какой, собственно, вот, но я думаю, что это дело такое. Хотя, блин, один-единственный смайлик, хотелось бы какой-то нормальный, но это такое, в общем, ладно, мы не готовимся. А, ну тогда нормально, тогда все хорошо, тогда все хорошо, значит, свои люди. Саня, приветствую. Какие люди решили стрим запустить? Да, Сань, ну я еще и вчера вообще запускал стрим, как бы, но
Дело в том, что не знаю, как работает YouTube. Может быть, оповещения не всем приходят. Возможно, тебе вчера не пришло просто тупо оповещение. Ты был не в курсе о том, что стрим запустился. Я знаю, что часто очень не приходит некоторым людям оповещение. Ну, вообще много кому. Дело такое, в общем. Ладно, против нас тут Макгрегор выступает. Довольно опасный чувачел, эти Макгрегоры. Стоечки. Еще и чемпионский пояс на кону стоит. Подзабыл я уже, как в UFC-ху третью играть немного. Ну, ладно. Ого, нормик. Чё делает? Чё делает Славка? Просто сам себя убивает. Так. А, все, я еще один момент забыл, когда стоишь ровно на месте, удары быстрее идут, а я все пытаюсь бить в движении. Он тупо вокруг меня бегает и насаживает мне, насаживает потихонечку. Ну, а то и не потихонечку. Ну, короче, нормально, он мне всаживает. Да ладно, ну заблочил же. Окей. Много мимо бью. Хорошо, он довольно убегает. Ну давай тоже побегаем, окей. Да ёб твою! Чё-то я не пойму, в чем прикол? С каких моментов Макгрегор у нас стал таким грэпплером, что хер заблочишь его транзишн? Чё за бред тут вообще творится? У этих ребят. Ну и стаминки много я довольно израсходовал уже. Где ты? Я здесь дома сижу, стримлю. Привет, Женя. Мне вчера не приходил, мне сегодня только пришел. Ну я так и думал, понятно, короче, YouTube как всегда красавчик. В кавычках, естественно. Илюха, здорово, Леха, приветствую. Когда UFC 4 уже выйдет, а то надоело на TPN анимации смотреть. Ой, да я думаю, что, ну не знаю. Минимум год, но это прям минимум. Я думаю, даже там 1.5-2 года еще, как не выйдет следующая часть. Ну, точнее, выйдет только через 1.5-2 года, и то это только мои предположения. Я так понимаю, сами EA Sports вполне довольны своей новой игрой. Да ебать! Well, he has landed some good shots tonight, Joe, but as yet he has been unable to string together any solid combinations, and that has served to keep his opponent.
like. So let's see if he can change up the tempo a little bit with his strikes. Так, ну, возможно, самое время попытаться в граунде его завафлять, но я не знаю, он, в принципе, довольно резво выходит из сабмишена из моего. А, все, сейчас он, наверное, проебется. У него, в принципе, последний шанс, но он вряд ли воспользуется. Да, ну, блин, с Макгрегором в стойке драться, это, конечно, дело такое, прям последнее. Смысла в этом особого нету, потому что Макгрегор — это самый читерский просто в игре боец, и, ну, не вижу никакого смысла просто тратить нервы и драться. Вообще, по-хорошему, я раньше не старался не играть во всяких легких, полулегких весах, потому что этот читерский Макгрегор, ну, это просто жуть какая-то. Ну, ладно. Хабиб Нурмагомедов, приветствую. Салам. Херово. Ну, да, ну, вообще, вот я говорю, сколько прошло с момента выхода второй части? До третьей прошло там два с лишним года, да, где-то? Ну или два года, ну около того. UFC 3 вышла, ну, относительно недавно, да, так скажем, там, в январе. Поэтому, говорю, где-то вот еще года два, ну, минимум, наверное, до четвертой части. Ну, хотя не знаю, смотря как аудитория будет отзываться, как, насколько успешной будет игра и так далее. Я вообще, я бы хотел, чтобы бокс вышел уже, ну, типа... Последний раз бокс на PlayStation 3 выходил, это было давным-давно, по-моему, 2011 год, если я не ошибаюсь, а может и того раньше. Ну и, короче говоря, вот мне кажется, уже бокс можно было бы выпустить, ну типа прикольно. Ну ладно, это такое. Привет, недавно ходил с другом в клуб PS4, мы играли в UFC 3, мы так и не поняли, на какую кнопку блок ставить. Битва больше 2 минут не длилась. Да, привет, Жень. Ну дело в том, что... Дело в том, что да, тут управление такое, ну, оно отличается довольно серьезно от второй части. Но здесь, на самом деле, с блоком еще наименьшая из бед, потому что блок-то, в принципе, ставится на R2, на голову, а чтобы поставить блок на корпус, это нужно нажимать R2 и одновременно L2, вот. Но, типа, тут больше проблема в другом, то есть, как бить всякие там удары ногами, вертушки и так далее. То есть тут бывают такие удары, для, чтобы их пробить, нужно там одновременно по 4-5 кнопок зажимать. Это, конечно, может стать серьезной проблемой. Но не зря многие ими не пользуются. Точнее, подавляющее большинство вообще не пользуются ничем подобным. То есть в ход идут в основном одни руки в этой части игры. Я говорю, пора уже боксом делать. Просто нормально у них получается с боксом все. По крайней мере, получалось, когда они выпускали его. Вообще, по-моему, самые такие нормы Fight Night 3, вот 4, самый нормальный бокс был. Чемпионка тоже ништяк, но там немножко упростили механику. И типа, ну, такое. Но зато прикольный режим чемпиона сделали. Славка играл в UFC 3, правда, люди говорят, что хрен, что вторая лучше. Ну, блин, не знаю, мне тоже больше нравится играть в UFC 2, ну, нравилось, по крайней мере, я говорю, вот, если сравнить мои ощущения, впечатления о том, ну, как я первый раз поиграл в UFC 2, и сравнить, как я первый раз поиграл в UFC 3, вот эти вот впечатления, которые на меня эти игры произвели первое, они просто как небо и земля, то есть от UFC 2 я в восторге, ну, был, можно сказать, когда первый раз я запустил, а UFC 3 я... Как бы, ну, не сказал бы, в общем, что был в каком-то прям сильном восторге. Я бы скорее был больше поначалу разочарован. Но сейчас уже более-менее как бы привык и в целом нормально к ней отношусь. Но все же она не перекрывает тех эмоций, которые давала мне UFC 2. Это да, это правда. Денчик, приветствую, друг. Рад видеть. Привет, сыграй за Барбозу. Хотелось бы увидеть эффектных вертушек. Жека, здорово. Да вот вся и проблема в том, что если я буду эффектные вертушки крутить, то я получу быстро очень пару тычек в голову с этих вертушек навстречу, и в принципе это закончится нокаутом. То есть я покажу вертушку, но скорее всего улечу в нокаут. Стоит ли оно того? Ну не знаю, думаю, что вряд ли. Так, у нас тут что, легчайший вес? Дилашоу. Так, а я, кстати, не знаю, можно... Давайте, ну-ка, за мышонка попробуем сыграть. Хотя за мышонка, наверное, правильнее было бы играть в наилегчайшем весе, а не в легчайшем. Но суть в том, что в третьей части, в отличие от второй, статы бойцов в зависимости от весовой категории, по-моему, вообще не отличаются. Там разве что перки, по-моему, разные, и то не факт. Что-то я особо на это как-то не акцентировал внимание. Не пытался это выяснить, но, по крайней мере, статы одинаковые, как я успел заметить. Да, Лёх, привет, привет. Ты вечно стримишь, когда я на работе.
Слушай, ну, время у меня такое просто дальневосточное, поэтому... И, к сожалению, вот так получается, я не знаю. Извини, брат. Я не специально, в общем, подбираю такое неудобное время для тебя. Кирюх, здорово. Как день прошел? Да день прошел вполне спокойно, размеренно, ничего такого суперинтересного, да и вообще ничего бы то ни было интересного не произошло. Просто прошел день рабочий очередной, и все. Я поехал после работы, заправил машину, не знаю, что там, заехал в магазин, хлеба купил, поехал домой с собакой погулял. Да ни хрена интересного, все как обычно, по сути-то. Второй удар я куда-то просохатил, конечно же. Догнать соперника не получилось. Увы, ах. Блин, вот эти вот самонаводящиеся удары, они, конечно, тоже напрягают. Ты такой уклоняешься, и херак тебе все равно прилетает. В зависимости от того, просто куда ты уклоняешься, соперник, либо его удар ниже летит, либо выше, там, либо в бок. Но он все равно попадает. Это досадно. А, хотя тут же механику уклонения немного переделали, то есть тут сейчас, наверное, по-другому это, поэтому я, наверное, что-то не так делаю с непривычки. Ну ладно, возможно, привыкнем когда-нибудь к этому всему делу мы. Ну вот как, я сейчас подсел, он все равно боковым попал. Что это за бельмо такое? Ну и чё, у меня фулл стамина была, фулл жизни на голове. Как он меня уронил-то? Ну, в общем, ладно. Одному, наверное, кому там известно, не знаю, разработчику. Как это сработало? Не понимаю периодически, по какой причине те или иные мои удары вообще не вылетают. В чем прикол всего этого? Ну окей, ладно. Слайм, здорово. Сколько стоит бензин? Ой, я, честно говоря, когда покупаю бензин, я не смотрю на ценник, потому что все равно машину заправлять надо, поэтому я стараюсь себя не расстраивать. Но что-то, по-моему, 95-й, ну, 40 рублей, что ли, за литр. 40 или 39, ну, около того, в общем. Витек, приветствую. Привет. Сыграй за Волкова для ха-ха-ха. За Волкова для ха-ха-ха? В смысле, чисто поржать за Волкова или чай, не понял? Пах, здорово. Да ладно, почему я его в нокдаун не отправил? Пригнулся прям под удар и встретил апперкотом. Окей. Я уже побаиваюсь этого рандома, начинаю.
head open. His opponent's got to be salivating at this point in time. That jab has been there all night. You got to get that head off the center line. And both guys really throwing with authority. Well, no issue finding his timing here. Nice series of strikes as he continues to land. Oh, continuing to move the body to great effect. He's hurt here. Big shot. Ебать, только что он... Улетел в Hell's Event и тут же меня отправил туда же. Что? Что вы, блядь, делаете, ребята? Кто это придумал вообще? Ага, хуй мне. Блядь, какой же все инерция и задержка работает. Ужасная игра. Так. Венчик. Да это ебануться! Как ты упал? Как ты так медленно бьешь, твою мать? Да я ловлю руку, твою мать! Как? Что такое, нахуй? Как ты работаешь? Блять, ну это ужасно просто. После UFC 2 это просто боль одна играть в это. Как я не попал сейчас? Как я не попал-то? Это охуеть. Сука, я удалю это говно. А, сыграй за Артегу. Не, не хочу за Артегу играть. Ну, тут как это говнина происходит, на самом деле. Я вообще не понимаю, как можно было вот в этой ситуации оверхендом не попасть. Он прилетел четко в голову, удар не засчитали. Вы, блядь, троллите, очевидно, да? Ну, ладно. Чисто для ха-ха, это северокавказского диалекта переводится как для прикола. А, ну я не шарю, я не знаю. Вот, поэтому и переспросил, в общем-то. Ой. Так, ну лады. Лады. Тяжело, блин, надо, короче, играть в какую-то одну игру. А не прыгать не по UFC 2, UFC 3, туда-сюда. А то после UFC 2 реально вообще не понимаешь, как в это можно играть. Типа. Какая-то неебически долгая задержка между ударами. Некоторые удары вообще не. Не вылетают, что-то работает через жопу, как-то тут нажимаешь, ничего не происходит, либо происходит через секунду. Бомбило на последнем стриме, он джойстика полки дал, даже не выложил этот стрим. Хм, блин, а я не видел. Я вообще на стримы Антохи очень редко попадаю, потому что, ну, часовые пояса не позволяют. Тут не то, что бомбишь, а просто такой сидишь, ну, вот я, как по крайней мере, у меня это, то есть я не то, чтобы бомблю, я просто сижу такой, и, ну, у меня просто, я начинаю в какую-то впадать, не депрессию, а как-то в прострацию, ну, типа, просто, когда, знаешь, сидишь, и у тебя никаких мыслей в голове вообще нет, то есть ты просто сидишь и ни о чем не думаешь, просто мысль такая, блядь, ну, как это может быть вообще, и все, и сидишь такой, тупишь. Пытаешься догнать, как это может быть, а это не получается, это невозможно логикой догнать, потому что здесь нет никакой логики. А, как эти спамеры хуков задолбали, уже одну комбу выучат и раздают, удовольствие от симулятора портят. Слайк попробовать этих хуков вниз зажимать, хотя рандомная система с ума сведет. Жек, я вот так и делаю, я как раз таки только что во время вот этого именно боя говорил, что что за, блядь, самонаводящиеся удары, жмешь уклонение вниз, а у него хук, сука, специально ниже летит и все равно попадает тебе в голову. Ну это же офигенно. То есть, типа, ну, логично было бы, да, то есть уклониться вниз от хука, ну, либо там назад попытаться. Но вниз работает крайне как-то топорно уклонение от хука, потому что у него просто корректируется направление этого хука, и он просто чуть ниже бьет и все равно попадает тебе в голову. Это не прикольно. Не знаю, я думал, может, пофиксили, но, по-моему, раньше даже получше это уклонение работало. Сейчас как-то не так. Не знаю, может быть, я отвык. А, ну это такое, от хуков уклон назад, от прямых влево-вправо. А, ну да, ну вот, ну получается, сейчас назад от хука уклониться стало легче, чем вниз. Раньше как было? Раньше, ну по крайней мере, когда я еще играл в UFC 3, до этого перерыва длительного,
Я спокойно от всех хуков уклонялся вниз. Уклонение назад вообще практически не работало ни от одного удара, потому что как бы ты ни отклонялся вниз, тебя все равно догоняли даже теми же хуками, казалось бы, да, которые хотя должны там чуть ли не перед лицом своим биться. Но это такое. Не знаю, ладно, посмотрим. Сейчас попробуем что-то как-то придумать. В целом, говорю, это еще надо привыкнуть какое-то время к игре. Там получше, конечно, будет получаться, но это все равно не исправит никак вот этой вот рандомной ситуации. Так что вот такое вот. Сейчас нам соперничков что-то начали с трудом как-то подбирать, прям со скрипом, с таким. Ну и в игре сейчас, кстати, надо отметить, всего 2500 человек. Сейчас от хуков ток назад. Вот ты, блин, сколько я всего пропустил, оказывается. Ну ладно, окей. Ничего. Я думаю, как-нибудь привыкнем. Возможно. Если постараемся привыкнуть. А так вообще как бы не знаю. Зависит от того, насколько быстро переходник прилетит ко мне. Точнее, уже прилетел. Насколько быстро мне повестка, это оповещение с почты придет, чтобы я уже мог пойти забрать его. Не знаю, пока, видимо, придется к UFC 3 привыкать. Но уже хочется, конечно, побоксировать. Fight Night. Говорю, вот единственная беда Fight Night в том, что она полностью на английском, даже без субтитров. Это, конечно, не очень удобно. А правильнее было бы даже сказать, очень неудобно. The American is 33. The Canadian is 36. He will have a one-inch reach advantage. And now for the particular. Так, ну что, против Кондита, да? Машин. Как РКН обошел? А никак. Он у меня сам собой обошелся. Не знаю, я просто 2 недели плойку не включал, потом вот сейчас включил. И, короче, и все, и просто она сама собой все стала работать. Я не знаю, как это случилось. Может быть, как-то мой провайдер это обошел. Так, коленом подспамливает чувак потихоньку. Слушай, от колена хер уклонишься, от колена вообще никак не уклонишься. Читеры сраные. Блин, ну что это за удары такие, ёб твою мать, как попиздела ладошкой. Где анимации? Что вы за мудаки такие сделали с анимациями? Так приятно было вчера играть в UFC 2. Колено, блядь, локоть, колено, локоть. Ну, питоч. Это я сейчас колено, да, его поймал, окей. Я вообще даже не ожидал, на самом деле, что я поймаю его колено. Да что такое, как ты не заблочил? Это фиаско, братан. А ну-ка, давай попробуем вот так. Нормально он меня поймал. Да ёб твою мать, ты что, борец что ли, Кондит, с каких пор?
Как я не смог такой элементарный транзишн заблочить? Ну, точнее, как бы вообще-то смог, но как бы почему-то он не сработал. Блокировка опять в очередной раз. Ладно. Назар, приветствую. L2 плюс стик вверх, войти в клинч. Ну, я это знаю. Или это ты кому говоришь? О, прямой эфир попал. Здорово, как сам? Что-то давно не было. Евген, приветствую. Да, все нормально. Все хорошо, в принципе. Давно не было. Ну, да, 2 недели я не стримил. Вопросы там некоторые решал. Вот, а сейчас все хорошо. Вот, как видишь, здесь играемся, общаемся. Борька, приветствую. Привет. Забил на God of War. Ну как, ну да, я, короче, в него больше не играл вот с момента последнего стрима. Ну как, вот у меня 2 стрима по God of War было, и я больше его так и не запускал. То есть все думал, надо. Но я так посмотрел, зрителям что-то не особо, по-моему, God of War зашел. Типа, я думаю, что, наверное, играть в него все-таки интереснее, чем смотреть. Потому что, ну, тут все видно по количеству зрителей, да, на стриме по God of War и на стриме, допустим, по той же UFC. Сейчас колено можно ловить как ногу. Я уже понял, да, у меня получилось его словить, хотя я, ну, реально вообще этого не ожидал сам. И что с этим делать? Блин, я опять не ожидал, что он словит колено. Так, ну, допустим, ловлю я такое колено. Ох, ебать, один удар. Один локоть, и я чуть было не отлетаю. Твою мать, все удары прерываю. Слушай, иди-ка ты сюда, спаймер. Да как ты не блочишь, твою мать? Да что с этой игрой не так? Ёбаный стыд, вы что делаете, ублюдки, с игрой-то? Что они тут нахуй вертили? Это просто ужасно. Ну как оно не блочится? Да ебать тебя-то в рот. Я нихера не пойму. Я не могу ни один транзишн заблокировать. Вы издеваетесь, да, очевидно, ублюдки? Что они, блядь, с игрой сделали такое? Это что, какой-то гандикап или что? В чем прикол? Почему я не могу заблокировать транзишн, который делает боец явно слабже в граунде меня? Ну, моего Сен-Пьера, я имею в виду. Что с тобой дальше делать, твою мать? Что с этим коленом делать? Что я могу сделать? Я ни одной этой не вижу, ни одного перехода, когда ловлю колено. Ударить не могу. Ничего не могу. Один удар, блядь, с локтя и все. Что вы, суки, натворили здесь? Мне кажется, я начинаю понимать, почему он взял Кондита, этот чувак. Потому что, блядь, он нихуя не бьет, кроме локтей. И этих, как его, и локтей, и, короче, и колен. God of War — шикарнейшая игра, подсел, прошел за 2 дня. Ну да, игра-то хорошая. Но я вот, говорю, 2 стрима провел, и пока что она у меня отложена. Сиська, приветствую. Сиська, Сиська Лайв, привет. Не, у меня есть канал один, так там парнишка игры всякие проходят. Я как сериал его у него смотрю по 3,5-4 часа. Первая часть, вчера 4 посмотрел, чтобы зрелищно было, на среднем нужно было играть. Ну, это понятно. Нет, я-то, видишь, я-то стримлю, поэтому для меня, ну, основным показателем является интерес людей, ну, когда смотрит там 3-5 человек, ну, смысл, как бы, я так могу и для себя пройти. Сколько получаешь логистом? Ну, не,
ну так, короче, немного. В пределах 30 тысяч. Kick there by GSP. Good defense there. St. Pierre gets in the clinch. Here's a shot deep. А, понятно. Condit gets up cool. He wanted this fight back to its feet, despite having a dominant position on the ground. While lands another shot. Блять, вот почему сейчас не поймал руку? Я не понимаю, как против этого хуйнира будут бороться. Вообще не понимаю. Он просто одним локтем сносит мне все хп, и я сразу падаю. Херачит локтё... О, вот пиздец. Что ты, блядь, ждёшь полчаса? Почему ты не бьёшь? Here down the stretch, not as much offense earlier in the fight. He is making up for lost time now. Я в ахуе, господа. Now into full guard. Tries to pass here, but gets shut down. Beautiful sweep. Да почему он не блочит? Да что за хуйня? Да что это за хуйня? Я не могу ничего сделать, блядь. Кондиту, сраному Кондиту в граунде. Я не могу заблочить ни один его транзишн. So clock starting to become a factor here. Big elbow to the head lands. He's stunned. He's gotten hurt here. Как тебя уронить? Нахуй я ловлю это колено вообще? Что дальше с этим делать-то? Сука, какая медленная игра, это ёбнуться. Это просто с ума сойти. Это просто после UFC 2, ну вообще никак не играется. Пиздец. Сука, так это читерская механика, не знаю. С Тохой бился. Да с каким Тохой? Че, ты угораешь, что ли? Какие мне Тохи? Мне какие-то он во хуй в это лупят. Квадрат после парирования колена. А, и что будет тогда? Он бить будет? Не знаю, я что-то все жал, у меня ни хрена не получалось. Такое, ладно. Партер, да... Блять, партер, ну. Ни один транзишн, блядь, не блокируется. Не трать нервы, запускай UFC 2. Да не, я уже стрим по UFC 3 запустил, чего же, в нее добью. И нахуй я удалю говно, это ебучее. Так, Слава, запускай UFC 2, не порть себе вечер. Да мне это не испортит вечер. Я, ну, просто срать хотел на все это дерьмо, но. Просто я не понимаю некоторые моменты. Точнее, я вообще много чего не понимаю, какого хрена, что здесь вообще происходит. Сервел, приветствую. Передай привет Фрязина. Фрязина, привет вам. Он тоже стримит, просто у него канал маленько побольше, поэтому и народу, соответственно, больше. Когда он только начинал в ней играть, на первый стрим попал онлайн, да человек 500 был. А, ну вот, видишь, это один базар. А когда там три человека смотрят, это совершенно другой. Ой, о, Ванёк, здорово. Здравствуй. Чё, как оно? Тим Дженни, привет. Привет, ребят, всем, кто заходит. Я тут немножко в прострацию попадать решил. От UFC 3. В ранке Дипинка вообще говно?
Ну, я заметил. Я вообще ничего не могу в ранкеде сделать. Все как в киселе. Удары медленные, транзишны не блочатся, ничего не работает. Я понимаю, почему Антоха на прошлом стриме на своем геймпад об пол кидал и психовал. Да завали ебало, нахуй! Что это такое, а? Пока не крикнешь, ничего не произойдет. Сегодня тоже попался с типом колено-локоть, тоже хер знает, что делать, локоть реально далеко летит. Да дело даже не столько в том, что делать, дело в том, что ты когда что-то нажимаешь, это ничего почему-то не срабатывает, либо срабатывает с такой большой задержкой, что, ну, это вообще не имеет никакого смысла что-то жать. С таким же успехом можно просто ничего не нажимать и, ну, типа, просто, не знаю, просто положить геймпад, и будет то же самое абсолютно, потому что все равно, что бы ты ни нажимал, он не работает. Вот. Так, что за порода? Да пинчер. Очень приятный стрим. Спасибо, Максим. Приятного просмотра тебе. Нормально, в UFC 2 так и играю. Третье дерьмецо даже не покупал. Ну, я понимаю, почему. Даже спрашивать не буду. Овчарка большая. Ну, так, такая, да. Такая, нормальная. Реализацию добавили, скорость снизили. Не знаю, мне кажется, скорость и так была довольно медленная. Если ее еще снизили, то это вообще... Ну, то есть, не знаю, как-то не очень кайфово играть. Не получаешь удовольствия от процесса. Ну, я, по крайней мере. Передай привет Казахстану. Привет Казахстану. Патчем локоть дальше пробиваться начал. Я не знаю, может быть, я не помню, я давно не играл в нее. Ну, я уже заметил, что это читерская херня. Колено-локоть. Вот чувак сейчас так действовал, и как бы хрен чего получается сделать. От колена не уклонишься вообще никуда, если только случайно поймаешь. Если пропустил коленом, автоматом как-то подсознательно ставишь блок на корпус, тут же влетает локоть, который с одного удара тебя отправляет на канвас. Ну, это такое, короче. Хочу, чтобы их покарали за такое говно сделанное. Я думаю, они сами себя покарали. Онлайн 2500, чё смеяться? 2500 человек сейчас играет в игру. Ну, это просто пиздец. Я не знаю, по-моему, в самые худшие времена UFC 2 такого не было. Вот я вроде пинг норм, такой же, как в быстром бою. Слушай, мне интересно, а как они так умудрились сделать, что именно в ранкеде говно пинг, а в каких-то других режимах он нормальный? Кстати, тут пободрее. Просто представляете, в тяжах, если игра здесь, это же вообще просто обосраться можно со скуки. Я поэтому в тяжах и не играю никогда. Тут и так со скоростью все просто ужасно. А там... Тем более. Нормально. Я еще не понимаю, по какой из... Вот я сейчас уклонился в бок. Как он, блядь, попал по моей голове, перкотом, вообще не пойму. Уклонился назад. Ну, блядь, замечательно я уклонился. Уклонился назад, все равно получил в голову. Это работает, я нихуя не пойму. Тоже кота, месяц в PSN лежал, одни спамеры. Да, ангану, да, ангану есть. Во вторую часть такие зарубы сумасшедшие устраивали по 5 раундов, была дикая рубка. Тут никакой дикой рубки не бывает, забудь вообще об этом. UFC 3 и дикая рубка — это абсолютно понятия несовместимые. Помнишь, как ты просил, чтобы убрали парирование в UFC 3, его убрали. Его убрали, я знаю, что его убрали, но а чё с толку-то, если в игру неинтересно играть стало?
А так-то да, ну убрали, окей. Только все равно от этого не легче. Попробуй Джастин Гейджи, он топ тебе понравится. Да нет, я пробовал играть тут за разных бойцов. Мне, кстати, не понравился Джастин Гейджи. А так вообще, не знаю. Я говорю, я не пробую всяких разных. Типа, я этой ерундой не занимаюсь, за того, за этого. Я вон знаю примерно, как за того играть, как за этого играть. Вот за них и играю. То есть я, когда только игра вышла, я сразу за всех попробовал там за разных поиграть. В общем, и ну так для себя более-менее определил, за кого я буду там в каждых каких-то весах катать. Гану слабый в UFC 3. Но у него с выносливостью беда, так же, как и в жизни. А так, не знаю. Ну да, я, по-моему, я за него, за Нгану играл пару раз. И то так, чисто попробовать. Его в UFC 2 не было, и было просто интересно. А так, в целом, я бы тоже за него не стал играть. Ну, а вообще, я, в принципе, не играю в тяжелых весах. UFC 3 дерьмо, а стоит на Xbox 4 куска. Ну, она и на плойку стоит, четверку. Я ее вообще за 4500 покупал, представляешь? Сколько можно, Слава, это не МК и не СФ. Не МК и не СФ. Эльфа, ты сам-то играешь в игру или нет? Такой тебе вопрос. Если да, то почему? Если нет, то почему? Я насчет убрали парирование сарказмом, убрали и наделали дерьмо сумасшедшее, не знаю, какое слово подобрать. Кстати, да, Грибной Эльф, ты зря бочку катишь, подавляющему большинству игра не понравилась, так что, ну, хз. Видимо, к тебе еще только там пару человек, она больше нравится, чем UFC 2, а как бы, ну... Скажем так, это не показатель совершенно. Так, чё, давайте за Холлоуэя сыграем. Я не вижу половину вопросов, которые зачитываю. Конечно, ты не видишь. Дело в том, что у меня же стрим идет одновременно на Twitch и на YouTube, поэтому у меня как бы... ну, большинство сообщений, они с YouTube идут. Клэш, приветствую. Здравствуй. А, ну естественно, Макгрегор. Это же у нас полулегкий, да, вес? Вот начинаем, по-моему, с полулегкого. И там и полулегкий, легкий, полусредний, по-моему, там тоже есть этот Макгрегор. Вот в этих весах, по-моему, все только за Макгрегора играют. Тут вообще окна для контратаки еще надо понять, что-то я не догоняю. По поводу окон. Вроде он и один, и второй удар нанес, и ты как бы у него стамины меньше, и ты можешь контратаковать, что-то начинаешь нажимать, он все равно продолжает атаку спокойно и похером. То есть, допустим, в UFC 2 было не так. Слышь, спасибо за стишок. Big body shot. He hurt with that hook. Could be it.
straight left punch. Как тебе управление в UFC 3? Мне не нравится. Ох, ебать, вот это прилетело. Не, правда или нет, что на ПК есть UFC 3? Да нет, конечно, неправда. Нету там ее. Окна там, где кончается комба. Ну, понятно. А когда комба кончается, хер его знает, да? Кто-то херачит по там 4 удара, кто-то по 2. Кто-то, блядь, сразу 10 подряд. Не, ну наверняка к нему можно привыкнуть, только тут вопрос в другом, а надо ли оно пытаться там к чему-то привыкать? Не знаю. Ну такое, такое, в общем. Так, а сколько времени у нас уже? Почти 9, да? Ну хорошо, хорошо. Давайте, не знаю, еще, может, пару боев сыграем. И, наверное, нахер ее. Будем заканчивать. Ждешь Spider-Man на PS4? Да, конечно, жду. Да, на самом деле, много чего хорошего будет выходить. Поэтому есть чего ждать, но... А, кстати, новость тут промелькнула, буквально сегодня прочитал. Короче говоря, кто-то там из PlayStation, из тамошних, в общем, сотрудников каких-то, ну, неважно, сказал о том, что вот с этого момента идет там, ну, уже завершающий цикл, завершающая стадия существования PlayStation 4, короче, и типа есть все основания полагать, что, возможно, на E3, который пройдет вот летом, покажут уже что-то типа PlayStation 5. Хотя я не знаю, не факт, но может быть. Раньше FIFA играл, я нет, не играл. Они так дерутся, как будто пьяные. Ну такое, такое, да. Я тебе говорю, какой-то от этой игры сердечный приступ хапанет. Ну, может быть. Ну, я надеюсь, конечно, все не так будет печально, но в целом, не знаю. О чем-то, наверное, это говорит, если там 90%, да, там тех же зрителей в чате, ну, такого мнения, да, про игру, то, ну, наверное, оно как бы и так и есть. Надо просто в пах ударить, и все, цик-цик, спать будет. Кстати, вот самое интересное, что, допустим, в Fight Night в том же, в боксе, там можно в пах бить. Весь прикол в этом. Так, ладно. Что у нас тут полусредний? В полусреднем я хочу играть за этого. За Сен-Пьера. Сав, ну что, UFC 3 задолбал уже тебя? Да я в нее играю первый день, там спустя длительный перерыв, да, она меня уже раздражает. Поэтому как бы да. Наверное, ты правильно сказал. Надеюсь, если стамины не хватит. Не понял. На 10 стамины не хватит. Не понял вопрос. На какие 10 стамины? О чем речь? Russia Games, приветствую. Извини, что опоздал. Да ничего страшного. Ничего страшного. Правда, я уже заканчивать собираюсь. Это такое. Передай привет. Иркибулан, привет тебе. Хотя, честно говоря, не знаю, зачем некоторые люди просят там передать привет самому себе. Это, наверное, забавно. Типа, передай мне привет. Так-то я вроде со всеми здороваюсь. Это же одно и то же вроде. Get there blocked by the defense.
Opens with the left hand and lands flush. 1-2 there by George St. Pierre. Great job landing a series of punches. Hurt him with that uppercut. Oh, straight right. Ой-ой-ой, а что это он сейчас упал? Странно так вышло. Так, окей, передай привет. Да завязывайте с этими приветами, не буду я передавать. Передай привет-то. Какие-то куча имен перечислил. Ты в смысле просто пожать что ли решил? Или чё? Лёх, приветствую. Знаешь, как про это у нас говорят в Украине? Про что именно? Этот игрок лысый. Спасибо, Кэп. Я вижу, окей. А, так это... Про приветы, как говорят, ты как? Нормально вколотили. Антонио, приветствую. Да-да-да, передай привет мне. О, пиздец. Передай привет своей сужопастой подружке. Да, да. Не знаю, короче. Просто заходите, я с каждым здороваюсь. Смысл там передавать приветы. Не понимаю, короче. Вот, поэтому не буду. Я фиг его знаю, я не с Украины. А, ну все, окей, тогда понял. Тогда нормально. Че, типа, а знаешь, как у нас на Украине говорят про приветы? Ну как? Да хуй его знает, я че, с Украины, что ли? Ну хотя, если ты сказал у вас на Украине, значит, по идее, ты должен быть с Украины. Как-то не сходится что-то. Ну ладно, на самом деле, пофигу. Мне не очень-то было интересно. Я так чисто из приличия спросил, как. Ай, как новый патч? Лёх, я не знаю, как новый патч. Я без понятия. Я игру первый раз запустил за недели три, там, за месяц. Сколько, короче, времени прошло, как я в ней играл. Поэтому я без понятия, как новый патч. Я не помню, как было раньше и как сейчас, что изменилось. В целом, я вот играю, я пока не могу никак впилиться вот в эту вот колею. Въехать, короче, не могу, потому что ни хрена не понимаю. Что-то как-то все... топорная. Я говорю, я вот буквально вчера еще играл в UFC 2, и сегодня мне тяжело в UFC 3 войти, ну, как бы, не знаю, короче, к ней привыкнуть, что ли. Поэтому мне сложно о чем-то судить, как там после патча или до патча. Я вообще не знаю, когда там был последний патч. Еще такой мертвый, я вот с магаз взял 4 батла водки и 6 пива или чая, и у меня все охуенно, кроме комаров. В каком смысле мертвый? Не знаю. Как бы смотри, тебе там не умереть от 4 батлов водки и 6 пивасов. Ну, с лещом нормально, я думаю, все будет. А у меня все ништяк. Данил, приветствую. Недавно начал смотреть твои стримы, очень классно играешь, интересно комментируешь, поддержал бы донатом, но сейчас на нуле, долго стрим еще будет. Данил, приветствую, спасибо большое за доброе слово. Ну, не знаю, стрим-то недолго еще будет. Так, чуть-чуть совсем. У тебя есть Clash Royale? Нет, у меня нет Clash Royale. А, нет, подожди, в смысле, на телефоне у меня есть Clash Royale, кстати, чё? Правда, я не знаю, зачем он мне, я особо-то и не играю. Ну, короче, он есть. Как новый God of War, не знаю, стоит тратиться на него. Жень, ну, мне понравился God of War. Я, в принципе, так посмотрел, он всем, по-моему, понравился. Ну, большинству, по крайней мере, понравился God of War. Однако я его не прошел до конца. Но это не потому, что, типа, он мне не понравился, а потому, что я ж стримлю его.
А так посмотрел, что-то народу мало было на стримах по God of War, пока приостановил это все. Блин, плохо дело. У Хаба игра на спине хреновая довольно. Блин, ну как так долго рука летела у него? Фризов нету, есть. Ну, в смысле, как фризы? Не фризы, просто неприятно играть. Нет, не фризы, а прям лаг, задержка. А Мэйста мини уже пизда. А, и Карпусини. Сидишь в Блэкарме, Мьотичи? Да не, я никаких боев не жду. Ну, так, к этому пофигистически отношусь довольно. А как жизнь в целом, в пятницу погнали бухать? Нет, да не, я не буду бухать, ну так особо. А жизнь в целом нормально. Все хорошо. Так, и столько втишь прям. Так, ладно, что, давайте за Альда сыграем. Да и пойду, наверное. Теперь за ЗОЖ? Да нет, почему за ЗОЖ? Просто, короче, как-то так. Давай Last of Us на реализме. Я посмотрел, как ты побомбил бы. Last of Us? Блин, ну не знаю. Возможно, прикольно будет. Ну, видишь, это дело такое. Мне часто кто-то пишет, там, а давай там какой-то ужастик, или там, давай ту игру. В итоге я такой думаю, ну окей, ладно, может, действительно надо поиграть. И в итоге, кроме этого человека, никто не смотрит. Ну, это такое. Не знаю, насколько это того стоит, в общем. Deadpool 2? Нет, не смотрел. Но говорят, крутой фильм. Всем, кто смотрел, по крайней мере, из тех, кого я знаю, он понравился. Русик, приветствую. Ебать, я три кнопки нажал, ничего не произошло. Серьезно? Окей, я заблокировал хуй, да? Кстати, я опять не могу ничего заблочить, да вы издеваетесь, что ли? Now he's back into full guard. Aldo gets caught with that punch.
Да ладно, блядь. Что ты нахуй, почему оно не блокируется? Ну, ебануться, я и это заблокировал. И это я заблокировал, окей. 9 мая? Да не, не ходил. Да, как бы изначально-то я не собирался, в принципе. Да ладно, блядь. Попал, сука, а все-таки. Ты вы охуеть. Не, я не буду в это говно играть больше. Я прям заранее даже, ну, короче, за секунду, наверное, прожал блок на корпус, и ни хрена не сработало. Пизду, это последний бой в UFC 3. Либо пока они это все дерьмо не починят, либо, не знаю, как в это, блядь, играть можно, когда такая задержка. Блять, вообще даже не понял, что произошло. Ладно. Готов пор, когда? Не знаю. Пока не планирую. Да, это посос, конечно, конкретный. Ладно, короче, давайте, пойду я. В пизду, короче, в C3. Вот, что мы будем делать. А давай, короче, просто ради это, ради прикола сейчас запустим, посмотрим. Пипец, просто он там такие коры мочит. Да я понял, в курсе, да мне рассказывали, надо будет как-нибудь этот... купить на торренте. Давай, давай, Жек, счастливо. Так, а у меня что там, где карточки? А, у меня карточки стоят на этом, да? На новом бойце. Ну-ка, сейчас попробуем. Возьми Джона Джонса. Не, я уже вышел из игры. У меня теперь 160 пинка, не 60. Теперь немного понимаешь, как будто к Хабаровску ближе стал. В смысле, погоди, а почему у тебя пинг так изменился? По факту же ты все равно, ну там в Москве где-то находишься. Ну, может быть, недалеко от Москвы, но в целом-то... Ладно бы ты, если бы у тебя дача была где-нибудь во Владивостоке, ты почувствовал разницу в пинге, а так почему странно как-то? Так, а что у нас там по фитнесу? Ну-ка, 81, давайте 20-ку схаваем, посмотрим. Просто чисто попробовать после третьей части. А стрим с телефона когда будет? Да не знаю, Русь. Я сейчас ничего не знаю. Да не, Жек, я не буду стримить по UFC 2, я просто запустил так, ну чисто ради прикола, так сказать, немножко отвести душу. Я буквально там один боёчек сейчас сыграю, то есть подберет соперника.
Вообще надо по-хорошему карты на друзья обратно перекидывать, да и все, и не париться больше по этому поводу. Мне все два лучше. Ну да, наверное. Наверное, так и есть. Сразу чувствуется динамика, сразу по-другому поперло. Ну, как бы вот, да. Дело такое. Что-то как-то даже не успел понять, что произошло. Да, тут как-то все равно приятнее. Когда этот. Вот когда долго играешь прям в UFC 3, а потом переходишь в UFC 2, есть проблема, связанная с тем, что тебе немножко 30 FPS глаза в этот режет. Но, в принципе, за там один стрим, буквально за одну сессию, ты к этому довольно, ну так, быстро привыкаешь, в общем-то, и потом уже не обращаешь на это внимания и начинаешь просто уже, ну, наслаждаться так же, как и раньше. А в UFC 3 даже 60 FPS что-то как-то не приносит умиротворения никакого. Спутниковая антенна на доме. Понятно, короче, сам этот. Слушай, ну ты же стримил, у тебя вроде бы нормально, и стрим идет, и играешь, как бы, ну, в целом, я так понимаю, хватает этого дачного интернета. Поднялся, а так норм. В смысле, ну ты в UFC тоже играешь, что ли, на даче? Или ты там чисто Overwatch, там гоняешь такие? Ты плойку вообще на дачу брал-то? Как-то так. UFC лагает, но это потому что плойка Wi-Fi. Я затестил все. А, ну понятно, понятно. Ясно, короче. Ну, в любом случае, типа, все работает. А, лагает, ты имеешь в виду прям фризит во время боев? Или лагает, в смысле, как в киселе, типа, прям вот из-за пинга? Фризит, но отклик перса норм. Понятно, это именно из-за стабильности самого соединения. То есть там не из-за пинга, а из-за стабильности коннекта. Потому что там спутник, хуютник, антенна это. Стрим с шашлычком. Мне кажется, после покупки сколько там? Где это? После покупки 4 батлов водки и 6 пива и леща, мне кажется, там на мясо денег особо не осталось. Ну разве что барашка какого-то поймать соседского. КЗ как с мобилы стримить? Ну там в любом случае с мобилы, чтобы стримить, ты сможешь либо на YouTube, либо только на стрим. Ой, тьфу, на Twitch. Потому что там рестрима никакого, естественно, не будет. А на YouTube можно прям через приложение ютубовское стримить спокойно. Ну, либо на Twitch, также с Twitch, ну, ты знаешь.
Вот, приветствую. Мобили дефолт. Ну, я так полагаю, она автоматом выбирает битрейт как-то в зависимости от качества твоего соединения. То есть, чем оно хуже, тем больше у тебя будет квадратиков, тупить все будет. Ну, чем лучше у тебя соединение, тем, соответственно, и качество картинки будет лучше. У тебя перс на фул прокачан? Да нет, это новый перс. Он что там 84 что ли прокачан? У него атлетизм вообще не прокачивался никак абсолютно. Чисто карточками ударов там на что хватило. Нокаут. Хорош. Да, ну тут все равно куда позрелищнее все выглядит. Не знаю, по крайней мере, на мое скромное субъективное мнение. А так, ладно. Вот, короче, у меня перс 80... Да, 84 всего прокачан. А прокачиваешь его в сюжетке или как? Не в сюжетке. В онлайне только. Ну, то есть играешь в онлайн, получаешь монетки, открываешь в магазине паки. Из паков этих выпадают карточки, а эти карточки ты уже ставишь на своего бойца. И в зависимости от того, какие там хорошие, плохие карточки, у тебя повышается рейтинг общий. Ну и все как бы таким вот образом. А в сюжетке, ну, какой сюжетке ты имеешь в виду? Типа режим карьеры? Нет, тут никак не прокачаешь своего бойца в режиме карьеры. Это разные, ну, типа, разные вещи. Перки, да, вот такие стоят. Вот, в общем, как-то так. Так, ну ладно, что, ребят, пойду, короче, отдыхать. Давайте, всем спасибо, кто сегодня посидел на стримчике со мной. Такой недолгий у нас, полтора часика получился. В очередной раз я убедился, что в том, что третья часть не такая интересная, как вторая. И, в общем-то, что-то даже привыкать особо не хочется. Вот. Ну да ладно. Давайте, в общем-то, до следующего стрима. Я не знаю, по идее, у нас завтра стримчик должен быть. Ну, посмотрим, в любом случае вам придет оповещение. Но если не придет, то примерно знайте, что там где-то в 9, в 10 вечера. Ну, это по моему времени. По Москве где-то это будет 14-15.00. И вот где-то примерно в такое время я постараюсь выйти в эфир. Вот, поэтому, если интересно, чекайте, заходите. Собственно, и будем с вами здесь... проводить время. В общем, ладно, давайте. До новых скорых встреч. Всем пока. Всем еще раз спасибо. Счастливо.